Оборудование поступило в инфекционное отделение и предназначено для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью при тяжелом течении коронавирусной инфекции. При использовании неинвазивной вентиляции легких на человека надевают плотную маску или шлем, внутри которой создается положительное высокое давление в дыхательных путях. Аппарат обеспечивает ингаляцию высоким потоком кислорода до 60 литров в минуту. Наша задача сегодня – это своевременное оказание помощи пациентам с ковид, поступающих в наше инфекционное отделение в тяжелом состоянии. Поэтому для нашей больницы сейчас очень важна поддержка Министерства здравоохранения и правительства, благодаря которой мы можем оказать качественную медицинскую помощь. Преимущество неинвазивной вентиляции легких в том, что пациент находится в сознании и может не только лежать, но и сидеть, откашливать мокроту и даже питаться через рот. Если позволяет состояние больного, это лечение проводят и вне отделения реанимации в обычной палате. Стоимость одного аппарата более 1 миллиона рублей. Оборудование приобретено за счет средств федерального бюджета. Всего в красные зоны стационаров Прикамья будут поставлены 130 аппаратов неинвазивной вентиляции легких.